а батарейки не сядут. О, вот это да. А батареек надолго хватает? Что? Кто катает? Кого, меня? Не, меня никто не катал, я пешком пришла. Да нет, я говорю, Веснушка, дай, пожалуйста, примерить твою обновку. Что? Посмотреть плеер, дай, пожалуйста. Что ты шепчешь? Да я не шепчу, я говорю, открой уши. Ужин? Уже? Ох. Шунечка, привет, привет, Веснушка. Можешь с ней не здороваться, она не слышит. Не слышит? Почему? У нее обновка, плеер. Она теперь никого не слышит. Никого? Ну нет, то, что у нее в ушах, она, наверное, слышит хорошо. А вот меня нет. Ну? Угу. Ну, подожди, не расстраивайся. Сейчас разберемся, ну-ка. Здрасте, Веснушка! Здрасте, Веснушка! Здравствуй! Ой! Звук! Ой, как ты меня напугал! Так тихо подкрался! Да я вовсе не тихо подкрался. Я самым обычным образом подошел. Это просто у тебя в ушах эти штучки. Штучки? А, тучки, это не страшно, у меня зонт есть. Зонт? А у меня обновка, вот, плеер с музыкой громкий. Подожди, да я вижу, что громкий. Может, ты его пока это снимешь, а выключишь? А то нам с тобой поговорить хочется. Что кончится? Лебединое озеро? О, еще не скоро. Это, нет, я говорить так не могу, Шунечка. Это невозможно. Вот и я говорю, невозможно. Веснушка, пойдем на улицу. Ой, это твое самое любимое место. Улица? Курица? Какая курица? Веснушка, мы говорим, ты гулять с нами пойдешь? А? Молодежь? Курица, молодежь? А, вы про цыплят, что ли? Да нет, это же не куриное, это лебединое озеро. Да ну тебя! Веснушка, ну это как-то не по-дружески даже. Пойдем, Шу. Да-да, а даже. Ух ты. А это место мне тоже ужас как нравится. Танец маленьких цыплят. Фу ты, запутали вы меня со своей курицей. Не цыплят, а лебедят. Добрый вечер, ребята. Ой, ой. Ой, как ты меня напугал. Все время тут были Шуня с Зубком. И вдруг они... Ой, вернее, сидишь. Я чуть от страха в обморок не упала. Веснушка, а что во мне такого страшного? А что ты говоришь? Я говорю, что ничего страшного во мне нет. Старшего нет? Так ведь нет никого, я одна за старшего. Были Зубок и Шуня, исчезли. Я даже не слышала, как они вышли. А почему ты так кричишь, Веснушка? Что? А, вот в чем дело. Вот почему ты ничего не слышишь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты ничего не слышишь из-за своего плеера. Ну, слышу. У меня до сих пор в голове лебединое озеро плещется. Веснушка, ну нельзя же так громко включать наушники. Вот поэтому ты никого не слышала. О, а кого я не слышала? Да никого, кроме своего плеера. Ну ведь это прекрасно и замечательно. Музыка Чайковский. Это очень здорово, что тебе нравится Чайковский и что ты его слушаешь. Но ты ведь это можешь делать, когда ты одна, когда там идешь по тропинке. А сейчас ты пришла в гости, твои друзья хотят с тобой поговорить, пообщаться, а ты их не слышишь. Ну, я их слышала. Они что-то про курицу говорили. Про курицу? А ты уверена? Нет. Вот видишь... А Шуня и Зубок, расстроенные, пошли гулять. Говорят, звали с собой Веснушку, а она нас не слышит. Но ведь это обновка. Я не могу от нее оторваться. Плеер от тебя никуда не убежит. А вот друзья убежали. Да, действительно убежали. Да, потому что ты была к ним невнимательна. А я их догоню. Побегу к Шуне и Зубку. Поиграем с ними в лебединое озеро.
Ну, хорошая идея. Только играть вы будете завтра, потому что уже поздно, и тебе, Веснушка, пора домой. Да, пора. Эх, такую прогулку пропустила. Ну, не расстраивайся. Завтра погуляете, поиграете. Давай сейчас прощаться с ребятами, а потом я тебя провожу до дома. Ага. До свидания, ребята! Всего вам самого доброго и ангела-хранителя. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи, друзья.